руководители танцевального центра Костроминых, Евгений и Оксана Костромины. Мы являемся чемпионами Украины неоднократными, чемпионами Советского Союза, призерами чемпионата Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира. Мы в Керчи создали танцевальный центр, танцевальный клуб, и работаем год. За год мы посетили более 18 турниров, что очень много. И приглашаем к наш коллектив тренеров. В данном случае это Филипп Елизаров и Марина Спрунова. Сегодня мы проводим 6 часов лекций. Это не первый наш визит. Самое главное, что мы хотим видеть от наших учеников, это старание и стремление. То есть понятно, что не все получается, но главное — это желание.